Привет. Мой маникюр относился хорошо. К базе нет никаких нареканий, ни от слоек ничего не было. Цвет понравился, тоже никаких проблем не возникло. Сделала покрытие я топом этой же фирмы в два слоя. Через двое суток где-то у меня стерлись все кончики на свободном крае. И стали матовые. Даже мне казалось, что прям цвет уже стираться начал. Я покрыла топом Seaox. Топ, конечно, не выбрасывайте, если вы его купили. Вы когда делаете выкраску на типсах, вы вполне можете им покрывать. Он без липкого слоя и блеск. Он вначале мне очень понравился. Блеск был очень красивый. Я думала, что за такую цену очень странно. Такое качество. Но с цветами и базой я буду пользоваться. В принципе, все устроило. Вот. И сегодня я хочу вам рассказать о пилочке для кутикулы. Заказывала я ее самую первую Born Pretty. Я не помню, сколько она стоила. Чуть дорого на тот момент, около 70 рублей. Я когда она пришла, я даже не знала, как ей пользоваться. То есть она мне полежала пару недель. И когда я первый раз попробовала, мне она очень понравилась, и я с фрезера полностью перешла на нее. Также я заказывала с саквы, я даже не знаю, вот это именно с Born Pretty или саквы, потому что я уже начала заказывать их с запасом, так как они мне понравились. Она очень хорошо очищает. Она хорошо очищает териги и отодвигает кутикулу. В принципе, вот что фрезой я делала, что вот этой пилкой. Брайзинг резной я никогда не делала. Я начинала, когда делала себе маникюр, я использовала жидкость для удаления кутикулы. Единственное что. И она у меня сильно не нарастает. С гель-лаком именно. Потому что если обычным лаком я покрою ногти, у меня на полногти сразу кутикула вырастает. А этой пилочки мне вполне хватает. Она счищает претериги хорошо, но главное без давления, потому что все равно она... Я даже не знаю, на что, на пемзу какую-то похожу, только мелкую. Но счищает хорошо, обрабатывает. Вот. Сейчас не пользуюсь, только для снятия гель-лака. Кутикулу обрабатываю только этой пилочкой. Чищу я ее, ну, когда она забивается с края, чищу я пилочку. Об старую, которую уже не пользуюсь, для ногтей. Я ее чищу. Хорошо очищает пилка. Можете, конечно, и подсушить обезжиривателем кутикулу, если она у вас влажного типа. В принципе, после обработки, ну, на последних видео я уже делала именно этой пилочкой. Я обработала кутикулу пилкой, все удачно получилось, и теперь я буду снимать гель-лак и наносить гель. Спасибо вам за просмотр. Если вам видео понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь. Красивых и здоровых вам ноготков. Пока-пока.